Лига Европы УЕФА. Второй квалификационный раунд. На прошлой неделе минские динамовцы добились уверенной победы на выезде в Словакию со счетом 3-1. И уже в этот четверг нас ждет ответный матч на родном стадионе. И мы верим, что поддержка наших болельщиков поможет нашей команде добиться победы. Второе августа. Стадион «Динамо». 19:00. До встречи, друзья. Только «Динамо» и только победа.